Пожар на Луганской нефтебазе еще продолжается. По предварительным подсчетам, сейчас горит около 200 тонн дизельного топлива и около 50 тонн бензина. Сюда ударили сегодня в 7 утра точкой О. Сначала был слышен один мощный взрыв, а затем целая серия мелких разрывов. Получается, что боевая часть была кассетной. О жертвах не сообщается среди мирного населения и работников нефтебазы. Кроме того, стоит отметить, что сейчас линия боевого соприкосновения удалена от Луганска на 70, 90 и более километров. Получается, что украинские военные применяли точку О практически на пределе ее возможностей по дальности стрельбы.